Гулялась красотка и пришла. Медитирует хвостана. Тут я видела, голубочки ходят, вон он улетел. Обещала вам стих прочитать, мои любимые. Так что сам Бог велел. Я все еще тут загружаю на Яндекс.Дзен видосы. И Фурита будет слушать стих. Будешь слушать стих? Нагулялась? Замерзла? До сих пор лапы холодные. А мы уже минут 20 дома. Как лапки сложила. Балеронша моя. Ну что, мои любимые, как обещала, стих. А, не поздоровалась же. Надо хоть поздороваться. Привет. Добрый, прекрасный день. Еще вообще ничего не ела. Юлька налила мне чай, попила чаю. Она говорит, может, хоть овсянки тебе сделать? Нет, пойду уже домой есть. Я забыла дома мусор взять, выкинуть, собрала и не выкинула. И сегодня говорила девочке, что вот эту картину так и не отправила ей. Не получилось пока. Она говорит, ничего страшного, Ирочка. Ничего страшного, когда получится. Пока не получилось. Смотрите, сколько я уже всего натворила. Натворилось через меня. Ладно, делюсь стихом. Бликует свет, танцуя в свете фар. Смешался золотой и белый. Гудки машин, как ликование фанфар. И танец снега, ровный, грациозный, смелый. Засыпав все, дорожки и скамью, кружит поземкой. Лопатой дворник с ним сражается вовсю. Звенят воробушки на ветках, как звонки. Весну встречают переливом песни. Рассвет прозрачен, веточки тонки. И все на свете к месту и уместно. Все просто есть. Морозный пар со рта. Испарина на лбу от теплой шапки. Осознанность, что я здесь, что здесь всегда я та. Прикосновение к щеке кошачьей лапки. Момент сейчас. Без времени и планов дрожит весь мир, живой, многообразный. И шапки снега на ветвях валаном, и небо все залил закат атласный. И поставила под стихом такие свои картиночки. Вот белый смешивается с желтым, как в стихе написалось. И атласный закат, там прям как будто озеро красное. А вот Кисуня к щеке прикасается лапкой. Все как в стихе. Понравился 54 моим друзьям. Кто-то себе взял, 306 посмотрели. И 9 человек написали комментарии. Мороз и солнце, яркие закаты. Сегодня в Петергофе чудесные моменты. Написала Ирочка Стрелец. Спасибо, Иришечка. И Ирочка я есмь. Прислала вот такие прекрасные розочки. Корзинка добрых пожеланий. Спасибо, ангел мой. Ирочка Олейник. Ручки в намасте прислала. Наденька Ребрикова. Благодарю. И я тоже благодарю. И такие прекрасные картиночки прислала. Спасибо, девочки. Эльвира Зайнулина прислала вот такой смайлик. И Юлька моя. Пальчик вверх. Анастасия Бобкина, тоже девочку, ручки в намасте. И Танечка Светлая, вот такую красоту прислала. Лидия Птичкина, тоже такой смайлик. Спасибо, мои хорошие. Ну и второй стих, как обещала. Написались вот в одно время. Как хорошо вдыхать и выдыхая.
через себя всю вечность пропускать. Дышать любовью без конца и края и чувствовать в себе отца и мать. Как хорошо моментом наслаждаться сейчас и здесь, без края и конца. Тотально в каждом миге растворяться, познав в себе единого Творца. Как хорошо дышать, смотреть, и слушать, и созерцать прекрасный этот мир. Когда ум наблюдаем, страх не душит. Ты знание всех Лен, Наташ и Ир. Все есть в тебе до догм. И разделений добро и зло, отчаяние и свет. Но мысль тиха, без планов, размышлений, где нет вопроса, незачем ответ. И поставила такую красивую картиночку и космическая любовь. Такая прекрасная. О, тебе понравились, походу, мои стихи, Риточек? Понравились стихи? 31 моему другу понравилось, 162 посмотрели, 3 человечка себе взяли. Наташенька Зырянова написала: прекрасно, Ирочка. Спасибо, моя хорошая, прислала такие замечательные картиночки. Спасибо. Галина Афанасьева прислала такой смайлик. Спасибо, Галиночка. Саша Кириченко. Вот. Интересно. Вопрос, конечно, интересный. Надежда прислала вот такой лотос. Ребрикова, спасибо. Что ты опять меня трогаешь? Мы только зашли. Что хочешь? Что хочешь? Что? Зачем ты меня носом сейчас ткнула? Не стыдно тебе? Не стыдно? Какая девочка ткнет меня носом? Не стыдно? Ой, не могу. Не надо меня облизывать. Не надо меня носом чукать. Хелька прислала такие картиночки чудесные. Спасибо. И такое вот. Такую красоту. Ту-т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 у
Это я ставила «Ангелочка» под прекрасную музыку. Особенно мне понравилась вот эта музыка. Неизвестный автор. «Релакс». Вообще просто обалдеть. Насколько красивая музыка. И фоточки сейчас ставила свои. Китютик мой. Это лепешку, которую Юльке сделала и не принесла. С одной стороны Луна, с другой Марс. Это Хориточка гуляет. Это я с Хориточкой слушаю музыку. Это кормушка вчера фотала. Это там травинки. Хорита собачку смотрит. Где собачка? Услышала. Где собачка? Собачка! Кожаный нос. Такую поставила картиночку. И вот Харита сидит, мордюся. Смотри, Харита. Видишь? Нравится тебе Харита? Красивая? Красивая Харита? Ой, красотка какая! Глаз не отвести от тебя! Я не могу оторвать глаз от тебя, Харита! Пальчик! Пальчик! Пальчик. Где палочка? Где косточка? Косточка. У тебя бурчит в животе. Ты есть хочешь, что ли? Косточка. Палочка. Показала Хорите Хориту. Ну вот.
и поставила песню Юлии Савичевой. Не смотри ты по сторонам. А, или как? Или как-то, ладно. Вот, мои любимые, как и обещала, прочитала вам стих. Очень-очень-очень люблю вас. Как же меня достали эти волосы, хочу их побрить. Наса! Всем прекрасного дня. Спасибо, что вы есть. Не смотри ты по сторонам, оставайся сама собой.